Привет всем православным радиослушателям. Хотел бы сделать небольшой такой анонс, касающийся моих жизненных обстоятельств. И так получилось, что я параллельно всяким разъездам, экспедициям, концертам, турам и так далее попутно переехал в свою родительскую квартиру, ну, частично. То есть с Тверью я не рву контакт, то есть там остается студия моя, все нормально. Но вот я вернулся спустя 7 лет в родительскую квартиру, где есть много еще и старой моей жизни, старой моей коллекции, всякие интересные вещи. И я собираюсь, так как есть спрос, интерес, делать какие-то видео, там, фотографии и так далее. Из того, что на меня повлияло, на мою библиотеку, на мою фонотеку, видеотеку и прочие какие-то интересные вещи, в принципе, из моей личной жизни, о которых я даже уже забыл за эти годы постоянной движухи, разъездов, там, передвижений, жилья где-то в дороге, не у себя дома и так далее, в других городах. Вот. Больше материала будет на Бусти, где подписка стоит 350 рублей в месяц. Там будет эксклюзивный материал и еще дублировался материал с Ютуба, который не у всех все-таки идет. Ютубом я буду продолжать заниматься, то есть все будет выкладываться туда. Ну, не все, вернее, а кроме каких-то эксклюзивных материалов именно для подписчиков. Ну и также всякие дорожные штуки есть на моем телеграм-канале специальном. Ссылки эти все есть, либо в описании, либо в первом комментарии, закрепленном под этим видео. Оттуда же сейчас я занимаюсь плотно обживанием, уборкой, сортировкой, потому что за последние 7 лет, что я провел очень активно. Это были самые активные годы в моей жизни. Я передвигался просто чудовищными темпами. Я посетил кучу интереснейших там палеонтологических мест, геологических мест, географических мест и так далее. У меня целый там завал всяких находок еще не отсортированных. Частично это все в Твери осталось на студии, частично сейчас я перевез то, что уже коллекционное, и разбираюсь. Поэтому где-то примерно до начала ноября у меня идет процесс обустройства, акклиматизации в городе Дубна. Это, кстати, бывшая Тверская область, но потом, когда сделали Наукоград, то его к Московской области отнесли. А так это, в принципе, тверские земли, такое же великое княжество Тверское. Вот, и я постепенно буду, наверное, ответы на вопросы, новый цикл запишу, стримы попробую запустить. И буду потихоньку вот на Бусти, прежде всего, в Телеграме выкладывать какие-то интересные штуки. Что-то будет дублироваться ВКонтакте на YouTube, что-то не будет. Поэтому, кому реально интересно, то подписывайтесь. Хочу сделать обзор на книги, которые на меня повлияли, на какие-то детскую литературу, с которой именно я столкнулся в детстве, которая на меня повлияла спонтанным образом, ну и так далее. Так что вот, держу вас в курсе этого. Сейчас особо нету времени монтажом заниматься и так далее. Тем более, вот так, ближайший концерт будет в Тамбове 26 октября. Вот. Московская дата сейчас еще выясняется. Где-то в ноябре будет Москва, Петербург будет 8 ноября, Кока-бар. Так, в общем, пойду хуярить дела. До новых встреч. Да, и есть еще в планах в ближайшее время снять видео по городу Дубна, в плане показать мои какие-то, ну, прогуляться по моим каким-то сентиментальным местам из моего детства, подросткового возраста, показать вам и самому себе вспомнить и рассказать какие-то вещи, я уже просто тупо забыл. Ну и многим это будет интересно. Показать мою школу, там, школы. Там будет все подробнее, в общем. Там большая история, большие истории. У меня очень была интересная, сложная и насыщенная жизнь. Даже с детства. Вот. Необычная, нестандартная. Также в квартире, скорее всего, я оборудую музей свой редкостей. То есть музей, именно музей-студия будет в Твери. После моей смерти, наверное, там все-таки там все это замутится, пока что не до этого. А музей редкости я, наверное, открою уже в ближайшее время в своей квартире. Сначала он будет виртуальный, а там подумаем, пока все это в разработке. Ну, вроде все, ждите видео.